для того, чтобы возродить сегодня статусность, привлекательность и возродить опять понятие героя, человека, который сегодня человек-труженик, у масс-медиа есть все абсолютно. Масс-медиа включает в себя и книги, где и писатели, и публицисты, и поэты могут описывать, и это правильно, человека труда. И для этого есть сегодня огромное количество тем. Это и сериалы, да, где надо все-таки уходить опять от тотального гламура, от тотального безобразия, где все пьют, пьют и еще раз пьют. Уходить от того, что мы называем абсолютной копиркой западных сериалов и западных стандартов. Да, у нас на сегодняшний день, если так посмотреть, если честно посмотреть, честно, где-то 80% того, что мы сегодня видим якобы наше, это так или иначе слизанное откуда-то. Мы своего давно уже ничего не создавали. Мы просто давно не создавали, и все. А для этого я еще раз скажу, что нужны люди, которые будут в этом заинтересованы. Люди, для которых, опять же повторюсь, страна, в которой он живет, что-то значит для него. Созидание. Потому что «Дом-2» создать легко. Безобразие и безнравственность создать легко. А вот создать что-то хорошее, крепкое, вот это сложно, это трудно. И поэтому, но это надо делать. Если мы к этому придем, это будет здорово. Это будет действительно здорово. Ну, было же когда-то, и «Тихий Дон» создавали, где, да, проходили красные линии, и революция приходила, и слом судеб приходил. Но, тем не менее, человек труда проходил. Тот, который трудился, тот, который хотел, и Шолохова. Но мы же все это помним. И Островский. Как закалялась сталь. Ведь это там тоже человек труда. А «Коммунист», великий фильм. Почему мы сейчас не можем сделать такого? Я думаю, можем. Абсолютно точно можем. У нас есть мастера. Величайший совершенно режиссер нашего сегодняшнего поколения и России – Кот. Он может точно создать наряду со своей уникальной кинолентой «Брестская крепость». Он может сегодня создать и такую же, наверное, киноленту, которая будет показывать человека труда, его внутреннее состояние, его желание, жизнь, любовь. Мне кажется, для этого есть все. Нужно только желание и политическая воля. Желание и политическая воля. Воля и политическое желание. Все.